Кыргыз макбарасы деди, а? Ага, кыргыз макбарасы келдик. Кирип келиппиз. Тарыхка түшүп калган да сиз, а? Кайрдан у зиёрат кылдыган жойму жок, кимдир отурадыган жой барбы? Я факат тамыр кетиптимин азыр. Тамыр эмне буна? Кайрда? Тамырлайбызлар да? Э, силерге ам рахмат. Тарыхый неманы? Ассалому алейкум, жакшымысыз? Иштериңиз, соолугуңар. Как ваш зовут? Имя по документам Василий. Ага. Народный Абдулло. Абдулло. То есть приняли ислам? Да. Еще раз уважаю, поздравляю. Безумадин ислам дал. Хаджи Бабу. Абдулло Ака, значит. А вы здесь кем работаете? Я здесь никем не работаю. Я прихожу, убираюсь, летаю. То есть помогаете? Мне сердце говорит так. Я здесь не рабочий. А, просто так вы работаете, как бы убираетесь. Вы ислам приняли? Калима Шахадат знаете? Читаю, читаю, потом забуду, Забуду. И два раза в год листочки дает. А-а-а. Посмотрите, вот внизу уже это весенние листочки. Вот упали. А-а-а. Вверху уже осенние. Это уже второй раз дает. Осенние. 10-15 дней от погоды зависит. Цветы откроются. Второй раз. Первый раз уже цветочки. Выпали, да. Вот сейчас, вот смотрите, вот новые листочки, это второй раз осенние. Вы внимательно посмотрите. Это весной и осенью или летом осенью? Весной. Короче, весной в год два раз цветет. Цветет, да, да. А эти тряпочки в честь чего? Это загадывают желание завязывать, наверное, говорят, да? Да. Это вам спасибо за информацию. Ваше имя как? Сабина. Сабина. Папа? Имя как, папа? Пахлаван. Пахлаван деке, кирларга, сабитам деке, рис, паракабин. Ой, блядь, исламды Юрген, исламды джидеям я шкуром. Я люблю, кто в исламе, и я эту религию очень уважаю. Что это дерево не поливает, оно само по себе растет. Да, да. Всегда растет. Сахродышно хусада. Это как, да? Сахари, вот цветы сами по себе же растут. Аллах кудраты, блядь. Дедушка, мой дедушка, не помнит, сколько дереву этому лет, потому что дедушки, моего дедушки, прадедушка, это дерево было. Оно растет. Ему более 100 лет, вы хотите сказать, да? Вот, да, да, очень-очень старое, да. Убирают, вырастет, убирают, вырастет. Земля живет слухом. Люди говорят, такое дерево есть, кыркыз, такая комната есть. Пришли сюда аксакалы, мыло пришли. Кыркыз это что обозначает? Нам чуть-чуть расскажи. 40 девочек. Это что за история такая? Что в нем такого святого? Что в нем хранится? Что таится тут? Получалось 4 век, конец. Можно я пришел? Конечно. Да, конечно. Сядьте, можно, конечно. Ноги больные, мне тяжело стоит. Конечно, конечно. Конец. И при этом вы каждый день здесь подметаете, да? Убирается он. Да. Респект. И ночью местные жители боятся сюда приходить. Садитесь. Ага. И расскажите, это в 4 веке, да, значит? В
4 век. В это время девочкам обучаться запрещалось. А, да, я помню. У термосота была дочь. Ага. Она говорила: папа, почему мальчики, мужчины все грамотные? Мы девочки тоже люди. Мы хотим тоже учиться. Грамотные быть, да. Термосота построила это здание. Общий размер 45 метров. Угу. Здание было двухэтажное. Здесь было 56 комнат. 56 комнат. Почему 40 девочек? Здесь обучалось 40 девочек постоянно. Они обучались 5 лет. Ну, вот как колледж. Как в медресе, да. А, да, только 40 девушек, короче. Только 40. Я понял. 40 государств, 40 государств со всего земного шара отправляло одну девочку. Самую умную, наверное. Ну, может быть, самую богатую, может, самую умную, я не могу сказать. Я понял. Здесь обучалось постоянно 40 девочек. Учителя были не женщины, не бабушки, только девочки. Взрослые девочки, вы понимаете. Девственницы. Они изучали все науки в то время, какие науки были. В то время, какие науки были, они все науки изучали, эти девочки. Старый город Термес, у нас в том направлении. Через город Термес проходил шелковый путь. А, Бьюки-Пакюли. Да, город был очень богатый. Богатый город, нападений много было. Когда вражеские войска проходили мимо этого здания, они не пришли овладеть этим зданием. Они шли на город Термес, но они не могли пройти мимо. Не захватил его. Подошли к воротам. Здесь 4 ворота. Я сказал, 56 комнат было. Да. 4 ворота. Раз, два, три, четыре. 4 ворота. Раз, два, три, 4 ворота. С 4 сторон. Когда они подошли к воротам, сказали девочкам: открывайте ворота. Куда пойдете, идите. Вас трогать никто не будет. Благородные люди были. Они знали, что погибнут. Но ворота не открыли они. Ну, как могли себя они защищали. Да, да. Погибли здесь. Погибли. 40 девочек погибло здесь. 40 девочек обучалось девочек здесь. Это не один год, не одну 5 лет. Много-много лет это было. Поэтому вот это оказалось кыркис. 40 да. девочек, 40 Понятно. Девочек. Толщина стен составляла 2,5 метра. Метра. Да. Да, да, а внутренние стены были 2 метра. Еще здесь находилось уже 1000 лет. Сколько веков прошло? Конечно. Один век одно было, другой век другое было. Еще здесь находилась резиденция самаркандских правителей. Амира Тимура. Самаркандских правителей, резиденция. Но они... Конечно. Может, да, да. Понятно. Это было, это потому что здесь шелковый путь был, и в Самарканде здесь они проходили по походам, по этим. И они здесь останавливались, оказывается. Да, да. У Амира Тимура от Термези, он когда шел в поход, он останавливался, войска отдыхали, и он заходил, зиорат делал. Вам спасибо, вы поддержали меня. Некоторые говорят, здесь никакой не было, вы поддержали. Было здесь, находилось самаркандское правительство. Это документально подтверждается. Mm. И некоторые так скажут. Спасибо вам за информацию, было очень приятно. Вам спасибо. Да, вот я вообще не верю в такие вещи, но... Попробую. Желание загадайте. Узу, ниятымызге еткізсін. Еткізсін, ниятыз. Девочки, да. Попросите от души, попросите. Аллах есть. Конечно, Аллах, он велик. Поможет. Аллах велик, он есть, он слышит, он всемогучий. Иншаллах, он всем нам даст то, что мы просим, если мы будем правильными.
Правильно? Если мы будем ему поклоняться, почему бы нет? Почему? Поэтому дай Бог вам тоже здоровья. Вот вы каждый день приходите, убираетесь. Ну, у тебя кровосутки здесь. Один молодец. Минутка, я иду на работу сюда, через эту. Спасибо. Еще один минутка, полминутка, я сюда захожу. Спасибо вам. Аллах сказал, не убей, убить будешь. Не суди, судим не будешь. Да. Прости, прощен будешь. Обязательно. Спасибо вам. Поддержимся. Слово оставайтесь Аллах. В исламе всегда. Спасибо. Все, Ахмат. Бошқатан тамырларын япсыз, а? Ха, енді. Тамырларды бошарбыз, а, тамырларды аклады. Енді, у, тепагеч көтарылады ма? Көтарылады керек, енді көрамыз, а, олар анасын түзе апты ескі китабыдан қарап. А, ескі китабыдан макетіні? Макетін тұрылды апты. Енді, бұл президент ташабусы білам өлі апты ма, шахар ташабусы білам? Бірінші орында президентіміз ташабусы білам. Ондан кейін хакімлік. Hokimlik, ha? Hokimlik tomonidan. Juda zo'r. Juda shunaqa tarixiy obidalarimizni biz ushlab qolishimiz kerak-da. Bizda hozirgi kunda eng meni nima desam bo'ladi? Faxrlanayotgan faxrim shu O'zbekiston tarixini, mana shunaqa tarixiy obidalarini, tarixiy joylarini qayta restavratsiya qilib, davlat shularni tiklab mana shu turizmni kuchaytirish bu juda ham maqsadga muvofiq. Bu narsani har birimiz qo'llab-quvvatlashimiz va qo'ldan kelguncha yordam berishimiz kerak. Mana ko'rib turibsizlar. Yo'q. Mana shunaqangi tarixiy obida yo'q bo'lib ketishi mumkin edi, lekin hozir yana davlat tarafidan, prezidentimiz tarafidan tashabbusi bilan shu narsa shu maqbara, 40 degan maqbara yana qayta restavratsiya bo'ladi. Bu juda ham yaxshi-ku. Mana biz kelibmizmi, yana boshqa viloyatlardan, boshqa davlatlardan hatto ko'p odamlar kelishadi. Yoqimsiz like, kommentariy, podpiska do'stlar. Xayr.